Информация о кандидатах и партиях, кабины для голосования, урны для бюллетеней, списки избирателей. Все ли готово к выборам президента России и какую ожидают явку? Сегодня об этом рассказали на участковой избирательной комиссии номер 14 Черкесска. Альбина Ламкова убедилась в наличии всего необходимого для голосования. Оформляем стенд информационный, который каждый проходящий на выборы мог бы ознакомиться. Шестая школа Черкесска стала одним из избирательных участков города. В период подготовки к выборам уроки сократили, чтобы была возможность уделить внимание обустройству помещения. Украсить, подготовить бюллетени и оформить информационный стенд. Необходимое технологическое оборудование уже установлено. Здесь будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Важным аспектом проведения выборов является обучение организаторов выборов. На территории Черкесска проводилось обучение операторов КАИБ. Подготовку прошли 24 человека. По итогам обучения им всем выданы удостоверения. Всего на территории города Черкесска будут применяться на 12 избирательных участков комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сегодня в 9 утра была всероссийская тренировка. Провели сначала тест, потом тренировку и о результатах отчитались в территориальной комиссии. Все прошло успешно, все прекрасно считает, работает. Все, мы их сейчас выключили, поставили на зарядку. КАИБ представляет собой электронный ящик для голосования со сканером. За одну операцию он принимает один бюллетень, который и распознает машина. По дням предполагаемой активности члены избирательных участковых комиссий дают свои прогнозы. По старинке обычно все люди хотят и прийти голосовать в воскресенье, то есть 17 марта. Будет более активность, и мы думаем, что придет большее количество людей. Участковая избирательная комиссия номер 14 готова принять 1126 человек. Подсчет голосов будет проводиться в автоматизированном режиме, что обеспечит быструю и точную обработку данных. Для проведения честных и прозрачных выборов на данном участке выполнены все условия. Проголосовать можно уже завтра. Двери участка откроются в 8:00. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.